Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Доме-2 произошли перестановки. Ирина Михайловна Донцова приехала на остров. Она будет помогать своей дочери строить отношения. Ходят слухи, что скоро там появится и мама Марины Африкантовой Татьяна Владимировна. Также на остров отправили Виталия Малышева и Вальтера Соломенцева. Их девушки Юлиана Богомолова и Олеся Лисовская остались на поляне. Перед отъездом на остров любви Вальтер развелся. Когда Олеся узнала, что его жена не была в суде, но тем не менее они виделись, она обиделась на мужчину. С острова любви на поляну отправились Саша Черно и Лиза Триандафилиди. Парень Саши, Иосиф Оганесян, остался на Сейшелах. А Стас Дегтяренко ждет новенькую участницу Владу Ковалевскую. Марина Африкантова рассказала, что свадьба Оли Рапунцель и Димы Дмитренко оказалась неинтересна рекламодателям. Никто не хочет позориться и связываться с Олей и Димой. Им отказываются давать машины, шить платья и предоставлять другие услуги за рекламу. Поэтому Ольга и Дима, которые ранее отказывались от финансовой помощи проекта, все-таки дали свое согласие на это. «Я тогда психанула, потому что помощь была предложена на саркастическом уровне. Но потом я подумала, что вся страна ждет нашу свадьбу, и нам нужно масштабное торжество. Кстати, ребята планируют свадьбу на 3 миллиона рублей, как рассказал журнал «Дом-2». Новенькая Саида Бабаева, которая пришла к Сергею Захарьяшу, не оставила попыток его добиться. Она даже позвонила маме Сергея, чтобы заручиться ее поддержкой. Сам Сергей говорит, что Саида не нравится ему внешне. И даже если бы он был свободен, то он бы не строил с ней отношения. Ваня Барсиков и Лиза Полыгалова расстались. Барсиков записал видео, в котором ответил на вопросы подписчиков. Он рассказал о причине расставания. Невозможно жить с человеком, который постоянно выносит мозг. Также Ваня пока не знает, хочет ли он вернуться на проект или нет, и спросил совета у зрителей. Таня Ахулкова сделала новую пластическую операцию. Теперь она может похвастать идеальной фигурой. Она убрала жир с внутренней поверхности бедра и придала желаемую форму ягодицам. А Вика Бони обошлась без пластических операций. Подписчики Вики сравнили две ее фотографии. Боня явно злоупотребляет фотошопом и приукрашивает свою фигуру. Ольга Бузова разместила снимок, на котором она одета в джинсы, которые купила год назад. Поклонников ужаснула худоба Ольги. Они посоветовали ей побольше кушать, спать, меньше работать и нервничать. Егор Халявин отметил день рождения, ему исполнилось 30 лет. Он устроил вечеринку для своих друзей в стиле кукол Кена и Барби. Появление именинника было символичным. Егора вынесли в коробке для Барби. На празднике были замечены родители и сестра Егора. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.